Но мальчик, если есть желание, можешь учить. Он сейчас вот пока там не продаст, куда-нибудь отправить. Понеслась. Ну что, начнем? Ты посмотри, что он делал. Как это можно сказать? Легче не придумать. Я тебе хуже изобидел. Может, с тобой начнем? Да можно, что ли? Пока Вован там в работе Как себе.
Где-то рядом, но до цели не доходит. Истина где-то там. Да, да, да. Агент Малдер. Истина где-то рядом. Как дела-то? Отлично. Истина. Играй гармон. Играй мой гармон. Вот опять пришла весна. Посылаю я всех на вот такие вот моменты. Грустно, импотентно. Это, опять же, возвращаясь к разговору о том, чтобы сбить противника. И сбить или сбить? И сбить противника. Она вообще агрессивно сказали. Да, я агрессивный тебе сейчас, так что берегитесь. Держишь на левой ноге, контролируешь. У меня ж не зря разборной кив, у меня есть насадка с заточенным концом. Да все правильно, там у меня просто все телефоны лежат по карманам. Я слышал вообще разные насадки там. Насадки на ки? Давай на моем носку делать. Да вы, батенька, шалун. Как я посмотрю. Насадки у него разные. Такой карамболь. Ну, весна же. Да, да. Да. Дела. Да.
После этих промахов. Вот, видите, как хватит одного. Не могу. Не могу. У нас на тренинге такая эта смешная. Да. Она сегодня какой-то анекдот рассказала из стиля акулы. Из стиля акулы? Да. Такая вы, типа, подходит один гусар, точнее, подпоручик. Сейчас спрашиваю. Поручик, а вот объясните, как вот вы имеете отношение к женщине? Он такой, все просто. Вы подходите, говорите женщине что-то колкое, потом что-то скользкое, потом что-то пошлое и представляетесь. Ага. Подходит, говорит, шило мыло хуй. Поручик ржет. Вот, как-то так. Но это не рассказывает. Твои слова записаны. Она рассказала, я такая сижу и думаю, сейчас она куленка не знает, нет вообще. И вот у нее все шутки из этой категории. Молодец. Это уже плагиат называется. Надо ему рассказать, что его плагиатик. Да что такое? Ты вроде дважды закрыл. Давайте, да. А, вот. Я же не знаю, что дать. А я вот уже выставляю. Начал. Как обычно. А я буду чувствовать. Так же, да? Чувствую, чувствую. Скотина. Ой, двойная. Так ты нарежь их. Прямые стояли. А, вот так вот, да? Ага. Ладно, я запомнила. Главное во всем видеть позитивную сторону и всю ситуацию повернуть в свое русло. Если ты у меня сейчас выиграешь, ты меня сегодня везешь домой. Вот так. Договорились? Вот так. Договорились? К себе или к вам? К себе, конечно.
Ты ее везешь к себе домой, нормально? Черт. Подвозит, хорошо, неправильно сказал, подвозит. Нет, подожди, все. Ставки сделаны с тобой, больше не старайся. Он не согласился. Он не согласился, так что ставок еще нет, подожди. А ты вообще что, его адвокат, что ли? Смотри-ка, он тебя еще защищает. Так скажи, что вы там это. Ну да. У нас же все спокойно. Почему, когда мужчина, он это, он мальчик? Да, она простите, если она мужчина. Вот тебе за такие шутки. Ты, стоять! Ну, да. Хотя на нижнюю можно спроводить. Ой, это надо. Ой, это не надо. Это почти нереально. Можно, конечно, попробовать. Не, надо угловую. А? Можно угловую, это же шаг. Нет, всем шаров. Обговорим все условия его выигрыша. Привет. Ну, уже играем. Заходи прямо вот на первый этаж. И как и плюс, Андрей, выбирай. Вот она моя награда за сегодняшний прекрасный тренинг. Наши столы. 47-й, да. Теплый? Там, где... Да. А, просто напомни. Давай, я могу привезти. Я не домашнего только привезти. Да, 7 шаров еще и... Вози мне все, я все возьму. Так, ну мне хоть что-то надо забить. Ой, как я его слишком. Там же с другой стороны парадней стоял. Сильно меня морковка взбодрила. Ну, я просто понял, ты решил сразу проиграть. Ты домой тебе. Мы не договорились. Ты выигрываешь, ведешь меня домой, да? А если он проигрывает первый за что? Тогда она разрешает себя довести до дома. А если он проигрывает, тогда я еду домой. Вот и думаю, теперь что я делаю? В бильярд хочется поиграть. Интрига! Ну, совсем меня убудет. Я сложнее, наоборот. Знаешь, мне проигрывать нельзя. Чуть и не было. Шкандаль! Правда, не вижу. Да что такое? Вообще не играет. Ну, иди. Как говорится, в любви и на войне все способы хороши. Клади рукой. Все? Клади рукой. Еще какие?
Поздравляю с первой победой. Я что-то вообще ничего не смог забить. Еще и лифт повел. Да, давай. Да, если дашь такую возможность. Блин, какой вкусный тортик. Дай руки. Да, вот из молодежи, вот именно заходи в центральный вход. Вот, и, сам прям во дворе, да. И у охраны попросили. Сейчас придет соперник. Новый игрок? Да. Хочешь разбить? Жить в таком темпе, как я живу, ты сколько тортиков не жри, у тебя это нигде откладываться не будет. Я и самому пока не ем. Я же тебе сказала, не просто так. Там Дима мне говорит, что он не кулакист, он не мастер, я считаю.
я же писал в группе. Ну, блин, надо... В группе ты редко смотрю. Обычно смотришь, что за... Юра, администрация, со мной.
меня ощущение, что ты семья покоя. Я согласен давно, что поменял. Так, ну да. Ну да, у меня было правильное ощущение. Я вас поздравляю, Антон Викторович, и вы меня сегодня везете домой. Я вас поздравляю с двойным выигрышем. А с кем мне играть? Кто из вас? Не знаю. Кто страшный? Кто смелый? А вы закончили? Кто еще хочет меня отвезти домой? Давай, я с Антоном выключили. Полин, тебя ты, ладно? А? Полин, чего не выключили? Да мы только что закончили.